Конечно, я хочу зарабатывать 500 тысяч долларов в месяц. Нужно желать или нужно ставить цель? Большинство людей говорит, я не заслужила. Меня начали говорить, что я людей не люблю. Напиши, чему ты завидуешь. А дети? Я же мать. Не выдерживаю. Это означает, что ты пытаешься выдержать что-то, что не стоит выдерживать. Пускай. Мы сворачиваемся. Мы все разобрали. Всем привет, вы на канале «Быть Гоцей», и у меня в гостях Алла Клименко, психолог, которая, как никто, знает самый короткий путь к счастью. Привет, Натали, спасибо привет. Большое, что пригласила. Для начала хочу подарить тебе наши дневники. У нас сегодня с тобой классная тема, и один из них, да, в принципе, и второй подходит под эту тему просто нереально крутым образом. Потому что вот этот черненький, который ты открываешь, это дневник-тренинг по постановке целей. То есть тут буквально все об этом, это все обсудим сегодня. А второй, желтенький, про счастливую жизнь. А так или иначе, эти две вещи сильно между собой взаимосвязаны. Сегодняшняя тема очень желанная и востребованная. Как правильно мечтать, как правильно загадывать желания и как научиться ставить цели. Я расскажу о своем опыте, о своих ошибках. Они у меня тоже были. Несколько лет я не могла, я применяла разные практики. Они приводили к разочарованию. И я должна, наверное, все-таки внести ясность, что сегодня у нас в гостях Алла Клименко и дрель по соседству. У нас будет небольшой брак по звуку, но у нас нет возможности переносить съемки, так как у нас двоих все распланировано. Слушай, ну классно по поводу дрели, потому что это хорошая метафора того, что типа хорошо, когда все хорошо. Да, хорошо медитировать, когда тихо вокруг. Да. Правда? Ну, сразу типа почему-то берег океана, ты сидишь, медитируешь, все такие, ну да, конечно, у кого-то есть возможность. А и вот также с целями. Ну, типа, хорошо достигать цели, у тебя все классно. У тебя все отлично. Говорит, не, ну понятно, первое, второе, пошли, сделали. Тут понятно, деньги есть, возможности есть, поддержка есть. Ну, в общем, все есть. А тут раз и дрель. Да. А что что делать? Не снимать видео, не достигать целей, садиться плакать? Ну, типа, как реагировать? Знаешь, можно ли быть счастливым, когда все идет не так, как тебе бы хотелось? Главный вопрос, что такое так или не так, как тебе хотелось? Потому что это сильно относится к нашей теме. И два, мой ответ, да, конечно, можно было. Поэтому дрель нам только в помощь. 100%, да. Сразу, пока я не забыла, подписывайтесь на мой канал и на канал Аллы. Он называется «Алла Счастье». Сейчас будет, да, ссылка у нас. Ставьте лайк, пишите комментарии. На самом деле, я просто фанат вот писать, записывать. У меня очень много блокнотов. Здесь у меня все наработанное, что я годами прорабатывала с психотерапевтом своим, с разными. И ты знаешь, это вот какая-то сила. Когда мне нужно найти ответ, я сажусь и начинаю перечитывать свои же записи, и нахожу простые, понятные истины, о которых я забываю. Первая запись — это очень интересно. Две звездочки. Очень важная мысль. Случиться может все, что угодно. Случиться может все. Итак, предположим, живет человек и говорит, не, ну в моей жизни нет. У меня как бы не может ничего случиться. Это мой муж, мы будем всегда с ним вместе. Ну а как иначе будет? Это вот, ну как бы априори мой муж. Вот моя работа, вот моя жизнь. А что может случиться? И тогда, когда происходит какое-то событие, оно бьет, ну, буквально сковородкой по голове, да? Потому что это очень неожиданно. Как такое может быть? Вопрос не в том, чтобы ожидать, что в любой день ты можешь с ним разойтись. Нет, я не об этом говорю. Я просто говорю о том, чтобы, ну, как бы да, случиться может все, что угодно. И когда я это понимаю, я и живу по-другому, и ценю по-другому. И вижу по-другому, и жизнь складывается по-другому. Итак, для того, чтобы попасть в поток, назовем это исполнение желаний, для начала нам надо знать, чего мы желаем. И, кстати, удивительно или нет, но очень многих людей с этим есть очень большой вопрос. Как я узнаю, когда я в потоке? Я звоню в студию и говорю, там, я бы хотела на маникюр завтра на 3 часа. Наталья, все расписано, времени на маникюр нет. Ровно через час перезвонит и говорит, вы знаете, клиент на 3 часа выписался, время за вами. И ты понимаешь, что ты в потоке. Но это мелочь, да? Я уже не говорю о каких-то вещах, которые там, ты вроде как знаешь, что материально у тебя нет возможности себя порадовать, но приходит крупный контракт, и ты... Я себе говорю, я получу, если этот контракт, это сотрудничество с бендом, столько-то, столько-то я потрачу на себя. И куплю себе конкретно вот эту вещь. Я понимаю, что если я не исполню обещанное перед собой, скажу, да ладно, она мне уже не так нравится, я выпаду из потока. Просто сейчас будет главный вопрос, а как же все-таки жить в потоке? Момент номер один, важно понять, что я хочу. Как понять? Понять, чего я не хочу. Вот говорю, не знаю, чего хочу. Отлично, напиши, чего ты не хочешь. Два, напиши, чему ты завидуешь. Не убегай от этого чувства. Но не говори, что я не завидую. Хорошая. А напиши, к чему ты завидуешь. Это же цели, это то, что ты хочешь. Да. То есть первое, чего я не хочу, написали списочек. Второе написали списочек, кому я завидую, то есть чего я хочу. Да, завидую я отсюда мне. Вижу. Я шучу. Я вижу и понимаю.
Момент номер три. Я пишу третий список, на что я жалуюсь. Есть вещи, на которые мы жалуемся, ничего с этим не меняем. Ну, что то, нам не хватает. Да, да, что угодно. У меня плохое окружение, у меня сотрудники меня не уважают, а у меня так все плохо, а мне так все не нравится, а у меня так все отлично. То все это твои цели. Априори я хочу это поменять. Конечно, это твои цели. То есть я хочу новое окружение. Конечно. Я бы хотела других Во-первых, сотрудников. Во-первых, ты хочешь это поменять. Во-вторых, ты можешь это поменять. Это хорошая новость. То есть первое, ты знаешь, ты достоин большего. Это отличная новость. Вау! Вот твое желание. И четвертый момент. Мне он очень нравится. Хочу, чтобы многие задумались, а как я себя жалею? Типа, боже, какая я несчастная. Почему там этот человек так со мной поступил? Да, там тоже очень много кроется желаний. То есть там, где я себя жалею. Почему я себя жалею? Почему я об этом постоянно думаю? Желание. Все, у нас появился список желаний. То есть если до этого вы не знали, чего хотеть, теперь, если вы напишите минимум по 5 пунктов каждому, во-первых, найдутся пересечения, мне это нравится, то есть есть какие-то особенные вещи, и мы начинаем с этим работать. То есть первое, что мы с тобой получили, это для того, чтобы зайти в поток, все, теперь мы знаем, к чему, по крайней мере, мы стремимся. Если взять на примере вот потокового состояния двух партнеров, да, семейная пара, ну, например, жена в потоке, супруг нет. Или наоборот. Начинаются конфликты. Один другого не понимает. Один переполнен физической, ментальной, духовной энергией. Он хочет вперед реализации цели. Второй говорит, блин, нафиг это все надо. Как здесь быть? Отличный вопрос, потому что действительно, когда мы начинаем меняться, меняется наше окружение. То есть получается, как только ты начинаешь предпринимать какие-то действия, например, выстраивать границы. Многие люди говорят, эй, Наташа, что-то случилось с тобой? Наталья, что-то вы как-то себя очень необычно ведете. Меня начали говорить, что я людей не люблю, да. Потому что ну, я выстроила свои границы, да. А это звучит вот в массах, как типа, ну она-то людей-то не очень любит, это все знают, она как бы... И поэтому часто бывает, мы входим в диссонанс с людьми вокруг, точно так же бывает с близкими, да, то есть абсолютно верно, многих людей прям не поддерживают близкие, буквально, не знаю, наоборот, даже тормозят или тянут назад, и говорят, что ты придумала, или что ты придумала, ну-ка вернись на землю. И, конечно же, очень многих, на многих тренингах ты встретишь, что люди будут говорить, что вам нужно избавиться от токсичных людей. То есть берешь, этот человек стал для тебя токсичным, и ты, значит, перестаешь с ним общаться. Я считаю, что это достаточно радикальное решение. Почему? Потому что очень часто люди, которые а-ля являются для нас токсичными, это люди, которым очень важна наша поддержка именно в данный момент. И перед тем, как вычеркнуть этого человека из своей жизни и перенести его в список токсичных людей с тем, с которыми вы не будете общаться, я считаю, что важно предложить им свою поддержку. Не спасать, чтобы просто сейчас все меня правильно поняли, не спасать кого-то, не причинять добро в жизни другого человека, а просто поддержать его. Может быть, ему это сейчас необходимо. То есть мы можем влиять своим примером, мы можем давать больше информации. Информация часто помогает людям переходить на другой уровень. А то есть... вот он сидит и говорит, говорит, нет, не хочу я это слышать. Это его выбор. И это тоже в том числе далее ответственность человека. Или я принимаю, что мой партнер вот такой, и он не будет развиваться и двигаться дальше со мной. Или беру на себя ответственность и принимаю другие решения. То есть нет волшебной таблетки. Для меня мечты, да. Лично для меня, да. Это то, что никогда не осуществится. Это то, о чем... Перед сном приятно подумать, угу. И как бы будет, не будет, ну пофиг на жизнь. Угу. Ну то есть где-то ты словил какую-то эмоцию и от этого получил удовлетворение. Угу. И в принципе все. Угу. Желание — это вот хотелки, которые ты непосредственно хочешь чаще всего, они материальные, угу. Да? Угу. Цели — это уже такая долгосрочная перспектива. Есть ли вот разница в терминах? Все-таки нужно желать или нужно мечтать? Или нужно ставить цель? Для меня все три этих понятия — это одно и то же. То есть это об одном. Чтобы мечта реализовалась, из нее нужно сделать цель. И как только это станет целью, когда она станет конкретной, когда она станет тебе подконтрольной, когда она станет ограниченной во времени, ее можно будет отцифровать, как-то понять. Можно будет понять, как, каким образом ты ее достиг. Когда все вот эти будут пункты использованы, твоя мечта потихоньку начнет реализовываться. Вспоминая опять, возвращаясь к своему негативному опыту, когда я мечтала, ну вот я закрыла глаза и представила, о боже, здесь у меня ожерелье из бриллиантов, какая я красивая, я вот такая вот, я все это пережила, да, у нас в голове есть
рептилия, которая это все считывает, или как это называется? Рептильный мозг, да. Да, рептильный мозг, он уже все это пережил, и этого больше никогда со мной не случится. Или это миф? Слушай, ну я много об этом слышала. Все-таки я сторонник того, что для того, чтобы быть в потоке, важно быть в состоянии. Быть в состоянии — это значит то, что мы говорили, уже находиться в этих чувствах. У меня есть дневник благодарности, в котором я пишу свои цели, будто бы они уже произошли. То есть благодарю за свой 1 000 000 подписчиков в Инстаграм или благодарю за 1 000 000 подписчиков в YouTube. Будто бы это уже произошло. Это абсолютно обалденное внутреннее состояние. Это да. Состояние просто уникальное, благодарности. Это та волна и то состояние, которое очень-очень важно для того, чтобы мы пребывали в потоке и были в нем. Я за визуализации, я за медитации, я за вот такое классное состояние, которое дает нам возможность уже сейчас в этом всем пребывать, для того, чтобы быть на соответствующей волне, которая притянет еще больше всего. То есть я закрываю глаза, сажусь в свой новый автомобиль, угу. Вижу цвет кожи, угу. И благодарю там, что я вот в этом автомобиле, это мой автомобиль, да, то есть вот такая визуализация. Да, большинство людей любит настолько визуализировать, мечтать, и настолько в это все погружается, что в какой-то момент они ожидают, что все произойдет очень просто и очень легко. Вот, ожидания. И поэтому, как только они встречаются с какими-то сложностями на пути, они опускают руки. Когда вы вечером посидели там в новом С-классе с подсветкой голубой, а утром уже сели в маршрутку, это может выбивать эмоционально. Это как розовые очки, грубо говоря. Конечно. Чтобы сбывались мечты. Нужно хотеть и верить. Все просто. И все у тебя получится. А действовать где? Почему сейчас не сказала про действие? Хотя я очень на него... то есть мне тоже нравится говорить о действии. Потому что объясню, что такое хотеть и верить. Почему я сейчас его умышленно исключила? И мне понравилось, что ты это заметила. Потому что многим людям кажется, ну, конечно, я этого хочу. Вот, например, возьмем цель. 1 000 000 подписчиков на YouTube. Отлично. Если ты чуть глубже, знаешь, нырнуть и заглянуть. Что такое 1 000 000 подписчиков на YouTube? Это видео минимум 2 раза в неделю выходящее. Это да. 4 съемочных дня в неделю. Ну, дофига работы. Вот, это много работы. Это много работы. Предположим, возьмем вариант, что, я не знаю, тебя это вдохновляет или тебя, наоборот, это как бы чуть-чуть, ну, чуть-чуть отпугивает, скажем так. Сейчас отпугивает. Вот. Поэтому мы начинаем тут видеть, что уже я как будто бы ногами упираюсь, да. То есть меня туда, а я нет. С одной стороны, хочу, и ты говоришь, конечно, хочу, я себе ставлю цель 1 000 000 подписчиков в Инстаграм. Я могу поделиться у меня, если я ставлю 1 000 000 подписчиков в Инстаграм, и у меня как-то не тем темпом это развивается, как бы я хотела. И я начала анализировать, что 1 000 000 подписчиков — это внимание, это много внимания к себе. Это не про меня. То есть я... Да. Типа, мне комфортно. То есть внутреннее сопротивление, все, оно все равно абсолютно. Влияет конечно. На исполнение желания. То есть и оно правильно. На действие влияет, и на уровень энергии твоей влияет. Для меня это инсайт прошлого года, потому что вроде бы хочу, но если мне пойти туда глубже, ну или там, конечно, я хочу зарабатывать 500 тысяч долларов в месяц. Ну, конечно, кто не хочет. Отлично. Что думаешь про деньги? Ой, большие деньги, большие проблемы. Ты что, как эти деньги обслуживать? А если там кто-то у меня их заберет? А если, ну как, а что бы мне подумать? Думают соседи, я утрирую. Да. Хочу ли этого на самом деле? То есть я тут хочу, тут ногами в пол, так вот уперлась. Нет! Ну, типа, вселенная говорит, ну вот, пожалуйста. Нет, заберите. Вы что, подождите, я... Понимаешь. То есть, если у вас есть какое-то желание, вы его пишете, ну, так бы сделала я, и распишу, конкретно проанализирую, буду очень честна с собой, и распишу, что меня в этом пугает и останавливает. Ну, потому что вот сейчас у меня супер двоякое ощущение того, что я хочу этих подписчиков, и в то же время, когда я понимаю объем работы, не из-за лени, а из-за того, что у меня сразу а дети, я же мать, а другая бизнес, а стройка, а это, смогу ли я все охватить? Но видишь, я опять-таки опираюсь на свои возможности. Может быть, отпустить, но пусть уже случатся эти 1 000 000 подписчиков, и будет, что будет. Звезда Гоцы. Очень интересная история появления нашего YouTube. Знаешь, как работает вселенная, как она замещает? Я никогда не думала, что я могу быть блогером. Определенный момент, знаешь, я даже не разговаривала. Я всегда была фотомодель, модель на подиуме, видеомодель, которая не разговаривает. И моя подруга пригласила меня провести лекцию о книгах. У нас был паблик-ток, очень интересно. Это был мой дебют. 2 литра воды с меня сошло. Мне кажется, вот так вот по креслу стекало. Это был такой огромный стресс для меня. И после этого звонит мне Мартина
И мы с ней работали до этого на телевизоре. В общем, я не была вообще впечатлена. Она говорит, давай делать YouTube. Я говорю, я не разговариваю. И вообще, я живу сейчас в Киеве там типа неделю из месяца. Я супер занята. У меня нет времени. И случается локдаун. Она говорит, ну ты же уже не занята. Ты же уже в Киеве, и ты тут сидишь, и мы будем сидеть здесь долго, давай снимать. И мы начали снимать YouTube, который в итоге сейчас, год спустя, полностью покрыл всю мою потребность в публичности. Вот как объяснить то, что Мартина, моя подруга, почувствовала мою вот эту потребность, о которой я никому не говорила, плюс стечение обстоятельств, карантин, который сыграл, я считаю, 2020 год для моей карьеры, вот такой новый, это вот фантастически удачный. Тут прям много, да, как мы можем разобрать и найти примеры тому, о чем мы уже сегодня с тобой говорили. Но, во-первых, ты позволила себе, как ты говоришь, говорить. То есть ты позволила себе выступать. Вообще большинство крутейших вещей у нас происходит, когда мы позволяем, когда мы что-то себе разрешаем. То есть я начинаю себе разрешать, и у меня как будто бы все начинает сыпаться на меня. Начинают происходить какие-то чудеса, начинает кто-то звонить. Такое впечатление, будто бы как кто-то... не знаю, настраиваемся, мы как сонастраиваемся на одну волну. Вот буквально перехожу с одной волны на другую, и на этой волне Мартина хочет мне позвонить. То есть она хочет набрать меня. Происходят, ну, какие-то вещи, которые, возможно, мы не можем объяснить. Это то, что действительно называется чудесами. Но происходят они после чего? После того, как ты что-то захотела, ты приложила усилия, ты начала двигаться в эту сторону. Ты не просто сидела на диване, и тут Мартина думает, позвоню Наташе. А была у этого предыстория. Есть классный пример, когда один из спортсменов говорит, когда он победил, и его спрашивают, вот вашу победу считают исключительной вообще удачей. Что скажете на этот счет? Он говорит, абсолютно согласен. Причем, что я чем больше тренируюсь, тем больше мне везет. Да, кстати. Поэтому как бы и я делаю, и Вселенная меня поддерживает. Ну, я делаю, я показываю. То есть это не стечение обстоятельств, это результат. Действительно, это результат. Это очень все интересные моменты, потому что очень часто, когда мы ставим перед собой цели, когда мы жестко планируем, когда мы выбираем для себя какие-то, не знаю, определенные сроки, и когда мы делаем все, чтобы это произошло, и Вселенная пытается как-то намекнуть, подшепнуть, что-то нам подсказать, и мы этого не слышим или этому сильно противимся, мы вылетаем с потока. Что я под этим подразумеваю? Большинство вещей, которые происходят, да, не те, которые нам нравятся, кстати, дрель перестала жужжать. Большинство вещей, которые происходят из тех, которые нам не нравятся, мы считаем преградами. И большинство людей считает именно, ну, в смысле, это преграда, это проблема. Что с ней делать? Побороть. А что, если это как бы не преграда, а это возможность? Это сейчас легко сидеть, говорить, мы с тобой сидим, красивое, нас снимают, все прекрасно. Но в момент, когда происходит что-то очень неприятное, в это тяжело поверить. А об этом и есть суть этого всего. Вот в тот момент, если кто-то сейчас переживает какие-то сложности в жизни, подумайте, а что, если это возможность изменить? Это как, знаешь, часто бывает запрос у меня. Я хотела лучших отношений, я мечтала о том, что будет лучшее взаимоотношение, просто лучшее, а мой парень меня бросил. Может быть, он для того и оставил, чтобы девушка встретила те самые хорошие отношения. Просто в моменте это, ой, как не хочется слышать. Ну, знаешь, это как я читала столько негатива про карантин, а я сидела и думала, о боже, это просто была лучшая возможность для того, чтобы... Ну, во-первых, я у себя делала много тренировок, собрала качественную аудиторию, благодарных людей, а благодарная женщина — это лучшее, что случилось в моей жизни. Вот. И, соответственно, вот когда я начала говорить даже со своей телефоном тренирую девчонок, я все равно почувствовала себя более открыто. Ну и шаг за шагом, к концу карантина у нас уже был целый проект. Есть классный момент, который я очень люблю, и он на самом деле был в моей жизни, произошел. Когда, общаясь с одним из своих наставников, я ему сказала фразу, говорю, все, не выдерживаю. Знаешь, что мне ответят? Не выдерживай, отпускай. Не выдерживаю, это означает, что ты пытаешься выдержать что-то, что не стоит выдерживать. Пускай. Двигайся, не выдерживаю больше, ну, предположим, такой ситуации на работе. Отпускай. Как будто бы вот все рушится, а я пытаюсь это по-прежнему удержать. Значит, не доверяю. А тут я говорю, окей, хорошо, ну, давайте. И все понеслось.
И вот очень часто про доверие Вселенной, это именно об этом и есть. Слушай, мне так нравится таких гостей приглашать. Я как будто на этот, на сеансе психотерапии. Я хочу тебя поблагодарить за то, какая ты честная и настоящая. И то, что ты говоришь, да, я завидую. Потому что большинство людей говорят, ну, в смысле, я не завидую. А стыдно же завидовать, нет? Конечно, так стыдно уже. Но ты же можешь позволить себе ошибаться? Да. В этом такая, потому что ты живой человек, в этом красота. Я живу. Это как будто бы ты показываешь только часть тебя. То есть ты пока у тебя есть рабочая сторона? Или у тебя, наверное, все рабочие не, стороны? Нет, у меня рабочая сторона, где «Спартак» написано. Вот это моя отлично, рабочая. Отлично. И вот представь, что ты в какой-то момент говоришь, я теперь ко всем буду рабочей стороной только поворачиваться. То есть чей-то очень хороший. И ты, ну то есть, и все говорят, слушай, такая классная эта Наташа, она вообще, я ее обожаю. Ну как она так странно себя ведет? Это выглядит буквально вот так. Как будто бы я показываю вам одну единственную сторону. Поэтому спасибо тебе. Насколько это разрушительно, когда вот человек... декларирует одно, да, что он не завидует, не жалеет себя, да и вообще его все устраивает. А на самом деле внутри вот это же разрушительно, да? То есть человек выпадает из потока, потому что он... Потому что его нет. Мы пришли к истине, найти себя нужно. Конечно, услышать себя, конечно, и свои истинные, конечно, желания. Конечно. И тогда... Все, вот, сворачиваемся. Мы все разобрали. Ты буквально складываешь такой пазл, и у тебя раз, и ты начинаешь существовать. То есть Вселенная говорит, все, есть призы для тебя. Я тебя вижу, класс, я тебя слышу. Это все как бы, как сказать, резонирует. Это все идет в ту сторону. Можешь поделиться вот ты конкретно там, на что жалуешься или чему завидуешь? На что жалуетесь, пациенты? Да, нет, ну вдруг, ну если есть такое. Завидую? Блин, я по-прежнему завидую людям, которые могут... Вот Мартине завидую. Угу. Потому что человек, знаешь, когда мы снимали сюжет, и я надкусила бургер... Я сделала это. Угу. Вот. Потом, конечно, я такая, блин, все, теперь 6 часов ничего не ест буду, потому что мне нужно было для сюжета надкусить. Ну, не нужно было, я первый раз была в Макдональдсе. А потом продюсер мой присылает фоточку с этим бургером и говорит, Ната, я его доела. Я такая, господи, как она это сделала? Люди, которые настолько все-таки относятся легко к вот этим вот установкам, они в моей голове уже долгие годы, ну, и я реально с завистью посмотрела. Человек сделал то, что я не могу, с большой легкостью. Я этого не могу отлично сделать. Отлично. Тогда чего ты хочешь? Позволять себе. Да, я хочу себе позволять. Смотри, как классно. Мы давай идем дальше. Итак, у нас первый момент. Я поняла, чего хочу. У меня появились цели, появилась я, начинают ценности. И идем к следующему вопросу. Позволение себе. То, о чем ты сейчас говоришь. То есть я себе разрешаю. Как я могу не разрешать себе? Я могу бояться, что другие скажут. Я могу бояться упасть в чувство вины. Чувство вины выносит из потока за секунду. Mm-hmm. То есть такой... Дух. Тебя просто, да, ты улетела оттуда. Ой, я не могу, стыдно, все увидят. Я слишком там много зарабатываю или очень классно выгляжу. Не хочу быть лучше других. Выносит. Вот как мы не позволяем. Не позволяем, когда считаем, что мы недостойны. Мало того, это я использую слово «достойно». Большинство людей говорит, я не заслужила. Ой, что, да, подразумевает, что надо заслужить. Заслужить. Ну, мне стыдно показывать, что я живу в достатке. Я ничего не украла. Но мне хочется перед людьми оправдаться. Ну и плюс нагрузка с тем, что я все равно ролл-модел, хотя в своем инстаграме я позволяю себе быть собой, да, показывать, что я ем, ошибки, прыщи, там, ну, вот все. Знаешь, там, я сняла часы обязательно, сняла там гвоздь с шеи, ну, потому что не хочу, чтобы люди думали, что... Вот я не знаю, чего я не хочу. Почему вот это вот чувство неудобно перед людьми за свои успехи, за то, что я там с 18 лет работаю и никогда не останавливалась, но вот мне все равно неудобно, что вот я могу. А что люди скажут? Да, а что люди скажут? Да, что люди скажут? Вот как ты считаешь, вот просто давай попробуем как-то логически к этому дойти. Например, для того, чтобы выйти из чувства вины, что необходимо сделать, как ты думаешь? Ну, разрешить себе быть. Да, разрешить себе быть. Чувство вины... Это очень часто о том, что я боюсь, что меня накажут за то, что я это сделал, осудят, или чего-то не сделал, да, или осудят. Например, в комментариях. Или... Пожалуйста, не делайте этого. Мы вылетаем из потока, когда что-либо себе не разрешаем. Мы заходим в поток, когда мы позволяем себе жить в изобилии. Чтобы не подумали вы, что стоит сейчас перекоситься в сторону того, теперь я все ем,
знаешь, там, делаю, да, что да, хочу, да. Теперь мне все равно, что обо мне другие подумают. Это вообще не об этом. Но это о том, что я себе как бы разрешаю. И вот тут второй момент. Верить, что это возможно, реалистично и достижимо. Странное выражение, но я бы скажу, разрешить себе поверить. Слушай, многие просто опять даже... разрешить себе. Да, ну, видишь, блин, я пишу большими буквами. Разрешить да. себе. Мне нужно да. с этим поработать. А сюда я бы еще отнесла вот какой интересный момент. Учитывая, что нами движут наши мысли, учитывая, что по статистике 95% одно и то же, и 80% у среднего человека мысли негативные. О, позитивное мышление. Нет, ничего не говори, это будет другая передача, пожалуйста. Да, хорошо. Позитивное мышление. Это же вообще фантастика. Да. Научиться контролировать свой поток да. мыслей. Мне важно об этом сказать, потому что я для себя такой разгадала секрет. Нам важно думать о будущем хорошо. Для того, чтобы притянуть в свою жизнь чудеса, важно быть на этом, не знаю, давай назовем это вайб чудес. А это же опять про позволение. Это когда мне сейчас классно и потом классно. Потому что многие из нас, если мы вернемся к цели, исключительно постановки цели, вот только цели, и я по ним двигаюсь. Большинство людей попадает в то, что называется крысиные бега. Это когда сейчас я немного подсоберусь, перетерплю, да. а потом заживу. То есть я буду счастливым когда? Когда похудею, когда достигну цели, когда заработаю деньги, когда будет миллион подписчиков, когда да. что-то, вот потом тогда. И это когда у людей, нацеленных исключительно на результат, часто не наступает. Потому что процесс их мало интересует. Их интересует результат. А результат сам по себе делает нас счастливее на 10%. На 10%. А процесс? Это все остальное. Это и есть жизнь. Да. Это и есть жизнь. Но это то, как я чувствую сейчас себя. Поэтому делаем классное упражнение. Берем, выписываем цели. Мы их уже выписали. Помнишь, там в первом шаге составили да. для себя. И далее прописываем. Как я буду чувствовать себя, когда это все реализуется? Как ты будешь чувствовать себя, когда реализуются твои мечты? Счастливой. Так, еще вот какие ощущения? Вот про ощущения мне поговори. Я же не буду врать сейчас, правильно? Нет. Ты же меня разгадаешь на раз-два. Вообще. Желание публичности – это угу. уже часть моей жизни. Угу. Наверное, я буду себя плохо чувствовать, если в день меня не узнают несколько ага. раз. И Мартина, не хочу тебя расстраивать, в супермаркетах меня уже узнают. Особенно в сельпо. И сейчас я только начала кайфовать Отлично. От да. этого. Когда это еще усилится, угу. это, безусловно, даст мне первая уверенность в так, себе. Так, хорошо, да. Поскольку это YouTube, ну, угу. сейчас это мой YouTube, угу. но у нас работает команда. Угу. Безусловно, меня будет переполнять гордость и счастье именно за свою команду. Да, потому хорошо. Что это наша общая работа. Да, отлично. Там гордость буду чувствовать. Да, я просто да. набросаю какой-то вариант. Я буду чувствовать радость, я буду чувствовать легкость, я буду чувствовать безопасность. Ну, различные варианты. Да. И самый главный вопрос. Что вы можете сделать сегодня, чтобы так себя чувствовать? Ну, например, юбку одевать почаще. А что, если не ждать, когда это произойдет? А просто выработать эти... притягивает подобное. И если вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришла любовь, пригласите его, но без другого человека. Не ожидайте, что кто-то придет и сделает вас счастливым. Сделайте это сами для себя. Вот она ответственность. То есть это у нас какой шаг? Смотри, мы начали с того, что мы определили свое желание, да, то есть мне важно, чтобы попасть да. в поток, влететь, ух, мне важно чего-то захотеть. Два, следующим это я позволяю себе, это я разрешаю себе, хотеть и верить. И плавно перешли вот в это доверие Вселенной. Mm-hmm. И вот тут включаем третий момент, я доверяю тому, как происходит. Знаешь, как говорят, у Вселенной есть три ответа, да, но позже у меня для тебя что-то получше. И доверие Вселенной в том числе, это о том, что я... следую этим ответам. И я доверяю, что если сейчас так происходит, то это лучшее, что может быть для меня. Это вообще лучшие ответы Вселенной. Да, да, но позже, но у меня есть что-то для тебя получше. Класс, да? Четвертый аспект, до которого мы с тобой не дошли, но важен, это энергия. Это уровень энергии, на которой я нахожусь. Для того, чтобы быть в потоке, реализовывать свои цели. Энергия бывает четырех типов. Это физическая энергия, эмоциональная, ментальная и духовная. Давай начнем с физической. Люди говорят, слушайте, ну вы это все говорите, это вам хорошо. У меня вообще тупо нет сил. Что происходит? Куда деваются силы? Анализируем, курю, не курю, как я сплю, занимаюсь ли я спортом, как я питаюсь, пью ли я достаточное количество воды. То есть, как, может быть, у меня есть какие-то заболевания, может, у меня там что-то болит все время, может, меня что-то беспокоит, может, у меня лишний вес, я из-за этого чувствую себя некомфортно. То есть, смотрите, есть миллион вещей, которые каждый день мы делаем в физическом аспекте, которые крадут у нас энергию. Возьмем ментальную, да, ментальную энергию, негативное мышление, переживания, тревожность и так далее. То есть, представь, у нас есть там 1000 юнитов энергии на день, просто как история, да. С утра человек такой просыпается,
открывает глаза, думает, блин, какая жесть, минус 100 юнитов. Вот это вчера я поссорилась с подругой, вечно она такой, минус 200 юнитов. А я просыпаюсь, да. Моя принцесса, доброе утро. Так просыпается поцелуй. Я себя обнимаю по утрам. Да, обнимать себя по утрам. Или есть классная техника, улыбка Мили, я называю, как мою дочь. Она просыпается и улыбается. Да. Просыпаться и улыбаться. Проснулась, и первое, что ты делаешь, первое, до первой мысли, насколько быстро вспомнишь, улыбнуться и так пролежать хотя бы 2 минуты. Вот так. Поэтому гнев, жалобы, обвинения, чувство вины, стыда, это все вытягивает неимоверное количество энергии, добавляет радость, благодарность, легкость, то есть то, о чем мы проговорили. И последний – это духовный аспект. Это когда забираю у себя энергию, когда я не слушаю интуицию, ищу все ответы извне. То есть я всех спрашиваю совета, а что мне делать и куда идти? Это же позиция жертвы. Как вы думаете, а как мне лучше сказать? Ой, что мне лучше надеть? А что мне съесть? А что бы вы съели? А вы что будете? Это что же ты как бы... Мало того, я тебе больше скажу, что есть история про границы. Перестать советоваться и обсуждать свой день в конце с другими. Я раньше... Mm-hmm. Ну, вот свой день могла обсудить со всеми. Mm-hmm. Алло, Мартина, блин, прикинь этот козел. Мам, прикинь этот козел. Mm-hmm. Богданчик, прикинь этот козел. Блин, кому еще позвонить? Так, наверное, еще позвонить. Этот козел. И вот одну ситуацию, да, допустим, вот, или там ты оделась, и там я раньше сбрасывала фотку маме, сестре, брату, и устраивала голосование. Вот, вот. Что они считают, в чем мне пойти? Да. Это вот была моя... Да. И мне было так сложно. Как мы понимаем, что наши границы переходят. Когда кто-то нам говорит, как выглядеть, когда кто-то нам говорит, как расценивать свои чувства. Ну, то есть, типа, ты же не будешь, я надеюсь, обижаться. Или ты же не будешь, надеюсь, его прощать. То есть, кто-то другой тебе говорит, знаешь, как тебе делать. И это все от обратного, если развернуть. Большинство людей так и живет. Привет, что мне лучше надеть? А как ты думаешь, мне его прощать или нет? Это мы как бы рушим эти границы. И потом людям непонятно. То есть, люди свидетели твоей жизни. Может, ты я больше не делаю в Инстаграме голосование. И говоришь, а так... Получается, ты начинаешь принимать свои решения, ты начинаешь слушать себя внутри. И тут многие говорят, а как принять правильное решение? Но ваше любое решение правильное. Я не верю в неправильное решение, это твое решение. То есть ты его принимаешь, и далее это, ну, это туда или не туда. И если ты доверяешь Вселенной, ты говоришь, окей, значит, мне нужно было пройти этот опыт. Но теперь я знаю, вот так я не хочу. Или вот это в моей жизни не работает. Но это мое решение. А как, действительно, без того, как ты это не пережил, ты не знаешь, никак, вообще. Это было лучше, хуже или потому вообще. Что тебе другие люди рассказывают. Но я даже понятия не имею, о чем идет речь. Смотри, вроде как, когда раскладываешь все на первое, второе, третье, становится очевидным. Воу, сколько у меня работ. Поэтому попадание в поток, это в том числе зависит от нас. То есть лежать просто на диване и мечтать, это не об этом. Ну, на самом деле, я сейчас хочу вас спросить, напишите в комментариях, сколько раз вы посмотрите этот выпуск, потому что я уже сама хочу посмотреть 10 раз и все зафиксировать. Очень много полезной информации дала Алла. Безумно, спасибо, безумно благодарна, счастлива познакомиться, счастлива получить эти... Боже, я хочу все писать. Я обожаю писать перед сном особенно. Класс. Я надеюсь, тебе очень понравится. Ну, как я уже поняла, у нас... точно состоится вторая встреча, потому что я уже определила тему, которую бы я хотела раскрыть. И напишите обязательно в комментариях, какую бы тему вы хотели, чтобы мы с Аллой раскрыли глубже. Переходите к Алле на канал «Алла и счастье». Подписывайтесь, там очень много классных видео. Я вас люблю. До встречи через неделю. Спасибо, Наталья. Благодарю. Класс. Это был такой крутой разговор вообще просто. Oh, yeah.